наш Владимир Хоменко, великий начальник, выйди к Фемиде и пусть она действо рассудит. Кто же из тех, кто все пишет и пишет о смерти, врет о сверхприбылях, кто из них правду глаголит? Пусть муж Хоменко нам факты из жизни изложит, правду расскажет о том, как заводы по спирту стали его окружение главным доходом. Почему он, по мнению прессы, главным лоббистом продажи спиртовых заводов сейчас выступает? О, муж, великий и славный Владимир Хоменко! Выйди сейчас ты к народу и все расскажи нам. Правда ли то, о чем пресса сейчас публикует? Или неправда все это? И только зависит все от того, что поведаешь гласно народу. Ну а Фемида, она это честно рассудит. О, славный витязь Владимир Хоменко! Мы как народ и как просто участники хора вас награждаем значком, но пока кандидата, или точнее по западу лишь номинанта, но основного при этом на орден позора, что называется прямо орден свиного бачка. Сегодня было красиво, я это признаю. Да. Господин Хоменко, который сейчас является замначальника фискальной службы Украины, он вступил в конфликт интересов с самим собой. Хоменко заинтересован в спиртовом бизнесе. Параллельно с этим сейчас начинается лоббирование приватизации Укрспирта. У семьи Хоменко, по мнению прессы, появились новые заводы, которые производят спирт на территории оккупированной России, Крыму. То есть, если там действуют новые заводы семьи Хоменко, то по сути они финансируют, даже опосредованно, но финансируют сепаратизм Украины. Чиновнику такого уровня невозможно в нашем представлении вступать в конфликт с интересами государства.